Всем привет! Вы на канале Готовим Вместе. И в сегодняшнем видео я решила с вами поделиться очень вкусным и простым рецептом закуски из крабовых палочек. Эта закуска очень подходит для праздничных столов. Для этого мне понадобится 3 столовые ложки майонеза, 1 пачка крабовых палочек, как видите, у меня 7 штучек, 2 кусочка сыра, 1 яйцо вареное, 2 зубчика чеснока и зелень для украшения. Начинать я буду с яйца. Берем вареное яйцо и отделяем желток от белка. Желток мы должны помять вилочкой, а белок мы нарежем ножиком мелко. Берем вилочкой мнем. И будем выкладывать вот в соседнюю тарелочку, что я приготовила. И это все туда перекладываем. Нарезаем мелко белок. Можно еще сверху вот так пройтись ножком, чтобы еще меньше было. И также высыпаем в тарелочку. Теперь берем сыр и натираем на мелкой терочке. Вот у меня самая мелкая терочка. И натираем сыр на ней. Я весь сыр уже потерла. И сюда же я сразу натираю чесночок. 2 зубчика. Теперь все это мы также перекладываем в тарелочку. И смешиваем с майонезом. Все хорошо должны перемешать теперь до однородной массы. Наша начинка готова. Теперь мы ее отставляем в сторонку и начинаем заниматься крабовыми палочками. Берем крабовую палочку, ищем срез. Вот. Аккуратненько разворачиваем. И берем сейчас с нашей начинкой, будем промазывать. Начинку надо ложить, чтобы получился у нас тоненький-тоненький слой. Иначе, если вы толстым слоем намажете, она у вас просто не завернется, как надо. Вот таким вот слоем намазывайте и заворачивайте обратно. Получается вот такая вот крабовая палочка с начинкой. И так делайте со всеми палочками крабовыми. Теперь берем отдельную тарелочку, куда мы уже будем все готово выкладывать, и украшаем зеленью. Я взяла для украшения петрушечку. И выкладывайте по краю тарелочки. Вот так я украсила тарелочку. Теперь мы будем нарезать наши крабовые палочки. Это мы отставляем в стороночку. Берем досточку и берем одну крабовую палочку. И мы ее должны нарезать наискосок. Ширину какую вы хотите, я примерно буду резать где-то 5-10 сантиметров. Начинаем вот так вот. Вот такие они получаются внутри. И теперь берем нашу тарелочку с зеленью и вот сюда внутрь выкладываем цветочка. Именно вот так будем кладывать. Ну, маленькие уже потом при конце я положу украшать его. И так делайте, все палочки разрезайте наискосок и выкладывайте цветочком. Наша закуска из крабовых палочек готова.
Я ее выложила вот таким вот цветочком, и она получилась вот такая вот красивая. Так что пробуйте, радуйте своих гостей такой вкусной закуской. Если вам понравилось мое видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. С вами была Ольга Лунгу. Всем приятного аппетита!